Его на втором этаже пожар заберегся, полно людей. Первый, второй, третий автолестница на выезд. Первый, второй, третий, четвертый автолестница на выезд. Когда беда совсем близко и ситуация кажется безвыходной. Стихийные бедствия, катастрофы, техногенные аварии, спасатели МЧС России всегда готовы прийти на помощь. Оснащенные по последнему слову техники, они в любой момент выполнят самые сложные и трудные задачи. Разбирают завалы после взрывов и обвалов, работают в зонах наводнений и пожаров, в местах экологических катастроф, проводят аварийно-спасательные работы при ДТП и поиск пропавших людей на водоемах или в лесу. Работу пожарных спасателей Удмуртской республики определяет множество факторов. Это и климатические условия, жаркое лето и холодные многоснежные зимы, и значительная доля деревянной застройки, и большая разбросанность населенных пунктов, потенциально опасные объекты и множество лесов. Фронт защиты населения объемный, поэтому требует повышенного внимания. Именно поэтому постоянная готовность к самопожертвованию и подвигу независимо от ситуации и времени присуща каждому, кто носит это имя.